1 апреля – Международный женский день. Так называлась программа, проведенная Домом культуры «Энергия» и шоу-группой «Дисней» 1 апреля 1990 года в киноконцертном комплексе в городе Славутичи. Если вы внимательно просмотрите этот документальный фильм продолжительностью всего 40 минут, вы узнаете, кто же стал «Мисс Энергия 90». Понятно, лучшая улыбка.
Мисс Сибони и ее спонсор, что вы нам принесли? Мы представляем фирму Nissan. Мы хотим представить приз для самой очаровательной и мелочи. Мисс Малыша. Девушка, мисс Сибони. То есть не мелочи, мисс, а то есть женщина, которая любит много мелочей. Понятно. Очаровательная мелочь, так и зависит. Добрый вечер, дамы и господа. Я так понял, вы спонсор, да? Отчасти спонсор, отчасти тетушка. А мешочек это? А мешочек это приз мисс Очарование. А что так киваете на нее? А он же этот приз не смотрелся. Итак, приз мисс Очарование и мисс из Израиля. Спасибо.
Что здесь начинается? Здесь уже проходит. Картина города. Итак, мы сейчас заслушаем с вами очередной доклад о наших великих достижениях товарища Белинского. Итак, доклад о наших великих достижениях. Покрытыми слезами умиления глаза. Как видите, в этой области мы достигли небывалых высот. Каждый дом – это высота. Особенно если дом в 9-этажный. Эти дома – 9-этажный домов. Хотелось бы особо отметить товарищей из 6-го ряда, который давно заслужил у 22-го. Оконами. В его глазах отражается радость от систематического... Так, ну куда вы лечите его? Куда? Дядя сказал. Вечер. Он здесь пока. Здесь. Он здесь. Итак, первый этап нашего конкурса. А, это надо здесь, ладно. Итак, первый этап нашего конкурса. Сейчас. Куда? Да, да, да.
Крокодил пошел. Крокодил. Где он же дать мне приз? Активнее, по-американски. Thank you.
не буду, но если вас очень сильно интересует, можно пройти. Thank you.
украинская песня «Ламбада» передрана с украинской народной песни «Ты гори, моя ламбада». Как вы это прокомментируете? Поэтом маском заморочен. Кто и ничто не сближает писателей. Смотри, куда камень ты? Ты не узнаешь куда? Да. Куда сам кидаться будешь? Я пошел. Никто и ничто не сближает писателя со своими читателями, как такие встречи. У меня в руках находится зубная щетка, абсолютно новая. Я даю каждому из спонсоров ее, пожалуйста. Раз, два, три, потом четыре, пять, так. И мы докрутим, сейчас будем думать. Должна быть еще одна щетка. Ну вот. Можно щетку открыть, я с лопами играл. Стоит песок. И с криком сбивают лося. Так вот, все, спасибо, не надо.
пускают воду. Где у вас здесь вода? Где этот чертов водоотводитель? Платив 2 рубля, еще потом работает всю программу. Ладно, новый прогрессивный налог. На аукцион. Покажите нам сюда, пожалуйста. Во сколько вы его оценили? 2 доллара. Итак, трояк вам за 2 доллара за дезодорант для таракана. Пожалуйста, есть желающие? 4 рубля. 4 рубля жидкость для таракана, да? Дезодорант, да? Дезодорант для таракана за 4 рубля раз, за 4 рубля два. Это же дефицит, берите. По-русски говорите, как я тебя отвечу. 4 рубля раз, 4 рубля два. 4,5? 4,5 рубля. 3. Пожалуйста, подойдите, отдайте деньги спонсорам. Не умирайте. Не обманывайте физически. 5 минут во время вас лучше юридически. Это пакет подрежь? А, содержание. Значит, это я насколько помню у нас от Индии. Мешок. 3 рубля за индийскую гривну, серебряный мешок. Раз. 3 рубля, серебряный мешок. Два. 4. 3,50, да? Нет, зачем на уровне? 3,50 раз, 3,50 за фирменную бритву, 2, 3,50 за фирменную бритву, всего 3,50, на базаре 5, как минимум. Фирменная бритва везде, 3,50 раз. Следующий спот. 4 рубля. Только за коробку или за все? Все. За все с коробкой 4 рубля. Тут только картина в рублей на 5, по-моему. Итак, пожалуйста, сувенир из Израиля всего лишь за 4 рубля. Стоите на расстоянии 3 метра друг от друга. Так, приобретает японский, что-то видео. Нет ни у кого больше денег. 7 рублей. Раз. 7 рублей. Два. 7,50. А молодочек 8 говорит, да? Ну, у нас дети все могут иметь. Червонец там может иметь. Есть 8, да? Все спокойно с мамой. Вдвоем вот так вот. Понял? А ты будешь 4 дома сидеть. В общем, легкость, прочность, удобство и комфорт гарантируют наши снегоступы. То есть вы в них можете дойти даже до Северного полюса. Но, правда, цена у нас, как словуть, еще 10 рублей. 10 рублей. За снегоступы с черти откуда? Не, насколько я знаю, это Чукча, сразу червонец. На Японии, рубль 50. За японский дорожный набор. Да я бы сразу 5,50. Молодочек, он молодец. Он так больше полтинника не прибавляет. Я понимаю, тяжело сейчас, ребят, девушки. 5,50. Японский дорожный набор. Раз. 5,50. Японский дорожный набор. Два. 5,50. 6. 6 рублей. Прекрасно. Я думаю, дорожный набор будет прекрасно смотреться в нашем Запорожце. Он даже лучше, чем сам Запорожец будет смотреться. Так что, если у вас есть машина, или даже если нет, приобретайте на будущее. Итак, 6 рублей. Всего за 6 рублей японский дорожный набор. Пожалуйста, японский 6,50. Так, помаленечку. А какая у тебя вообще цена потолок? 7? 8? Новые фотографии некоторыми вещами личного туалета. Национальных конфликтов предлагают на аукцион быстродействующие многоразовые универсальные средства самообороны. Начальная цена 3 рубля. Цена с военной сейчас все продает, понимаете? Даже средства самообороны. Я и так подозреваю калашников, как пили. А где он у тебя? Средства самообороны. Всего за 3 рубля. Военные все продают сейчас. Ракеты, танки, все. 3, сколько? 5? 7? Сразу 7. Я у нас хулиган словоческий. У нас без ограничений? Без ограничений. 7 рублей за универсальное средство обороны. 7 рублей. Раз. 7 рублей за средство обороны. Два. 8. 8 за средство. Ну, конечно, сидя с такой девушкой, конечно, надо защищать ее. 8 рублей за средство обороны от девушки, от хулиганов, так скажем. 8 рублей за средство. Покладистый молодой человек, в таких штанах, таких. И, пожалуйста, готовьте деньги и выходите сюда. Все спонсоры у нас? Все. Нет, не обязательно надо разрывать, потому что не заново подмахать. Что продали, то продали. Нет, видео, да видео. Это видео, да, только быстрее, можно? Да. Хай, иди. Всего за 10 рублей. Пожалуйста. Звоночек. Я думаю, как-то рано снега было, если звучало.
Да не, разворачивай, ничего страшного. Что вы скажете, что по ней нельзя ходить по снегу, что? Все, значит. Опять-таки можно складывать то, что не нужно. Спасибо и... Пожалуйста, деньги и средства. Большой Ник Владимир, да здравствуют советские вооруженные силы. Они ж так нас до нитки отберут, если каждый кирпич по такой цене продавать будут. Задавали вопросы жюри, задавали вопросы консультантам на красной девушке из Израиля, которая первоначально... Но потом... И послугой со стороны голубых снегов. Мисс Энергии 90, из страны голубых снегов. Пожалуйста, поприветствую, мисс, прошу выйти, мисс. Итак, горящая публика, ЦК ЛКСМ.
До 2 апреля по 25 апреля вручается девушке, сидящей на этом месте. Пожалуйста, стоимость ответа еще 30 рублей. У меня приятно, конечно, можно действительно ехать там, где же меня, пожалуйста, да. Я пока не знаю, что вам не вкусно это время делать. Это ваше проблема. Самое прекрасное кафе, на котором мы только сегодня посетили первый раз. Давайте посмотрим на него. РГ открылось 3 месяца назад, пользуется популярностью у ленинградцев. В основном где-то из 100%, проценты 3 только недовольны ценами. А так люди очень довольны, говорят спасибо, закупаются в